Наречия какого ряда пишутся с «а» в конце? Давайте почитаем варианты. Изредка, досрочно, неуклюже, издавна, снова, искоса, добела, задолго, направо, наглухо, снова, прочно, сначала, влево, надолго. Из всех вариантов мы можем выбрать только второй, потому что в русском языке наречия с приставкой «из» и «с» всегда пишутся в конце с буквой «а».